было представлено 36 мотоциклов в общей сложности стояло у нас в кастом зоне. Давайте распределяйтесь, ребят. Сейчас у нас есть небольшие призы, так скажем, мы хотим отметить лучших. У нас порядка 5 таких основных номинаций. Начнем мы с номинации Street Edition. Это мотики, которые... Это спорты и очень шустрые мотики, которые переделаны вот этими ребятами. И в этой номинации у нас есть победитель. Девочки, пожалуйста, дайте нам кубок Street Edition. Там, где написано хоть одно слово «стрит». Да, вот, прошу сюда, давайте, выходите. Мы посмотрели на этих парней на протяжении 3 дней. И, наверное, их Дугатти был действительно самым лучшим. Баламутти! Если у вас итальянец, и вам нужно зарядить его какой-нибудь турбиной или еще какой-нибудь хренью, вам именно к этим ребятам Баламутти, город Санкт-Петербург. Спасибо, ребят, спасибо.